Акцию «Без прошлого нет будущего» активная молодежь города проводит уже 4-й год. Главная ее цель – дать почувствовать ветеранам, что они нужны, оказать им помощь и, конечно, сказать спасибо за победу. Очень важно общение и информацию, которую мы получаем. То, каким нелегким путем им досталась та победа. А наша задача – уже передать эту информацию из поколения в поколение. Адресное поздравление получили ветераны, проживающие не только в городе, но и во всех сельских округах. Туда с цветами и подарками выехали порядка 30 человек. Без поздравлений не оставили ни одного ветерана.